Приветствую вас, геймеры, меня зовут Дмитрий, мы продолжаем играть в Wolfenstein 3D Classic. Так. Ну, погнали искать ключи. Что-то тут какая-то непонятная хрень творится, какая-то... Что-то все очень пусто, все будто мертвые. Ни одного противника не видно. Ой, привет. Все? И это все, что ли? Я прошел такой путь ради кубка? Охренеть. Вот это да. Тяжелый случай. Собакин. Так, тут у нас дверок побольше. Вон золотую вижу. Пойдем в левую. Пока никого и ничего. Сзади! Козел. Ой, здравствуйте. Сколько народу тут было. Так, ну слушайте, тут опять пусто и ничего нет. Просто боеприпасы. Стало быть, нам с вами надо идти еще куда-то. Вот сюда, например. А, нет, не сюда, вот сюда. Здесь, скорее всего, мы и найдем золотой ключик. А может быть, серебряный. Да, скорее всего, тут и есть. Это единственная комната, которую мы сами не исследовали. Кто-то там из дверки вышел. Сюда подошел. Козел. Откуда, блин? Нашли с вами крестик. А вот и ключ. Тоже нашли. Но надо будет еще поисследовать. Может, там серебряный тут где-то валяется в окрестностях. Мы не были, получается, еще здесь. Так, ну и все. В остальных местах мы были. Сейчас я соберу сокровища. Значит, серебряная дверь, если она и будет, то она как бы уже пройденный этап для нас с вами. Будет уже в другом месте. Так, а тут мы, кстати, еще не были. Как я сюда забрести умудрился. Вообще хз.
Так, не понял. Что-то я заплутал маленько. Так, ну тут мы уже были. Подожди, смотри. Давай на карту заглянем. Так. Повернуть налево надо. Да блин, мы ж тут были. Мы тут были. Товарищи. А, вот, все, наконец-то. Все, теперь идем в дверку и применяем золотой ключ там, где надо применить. Ой, и там тоже золотая дверь. И там золотая дверь. Что-то одни золотые двери тут. Серебряной нету. Вот отлично. Я убил последнего врага. Я 100% убийств заработал. Крутяк. Ну вот и все. Так, и игрулька вылетела. Плохо. Ну ладно, на этом все. Пока. С вами был Дмитро. Подписывайтесь на канал, делитесь видео, ставьте пальцы. Всего доброго, всем хорошего прохождения. Помните, что все самое интересное еще впереди. Thank you, guys!